Всем привет! В последнее время, с одной стороны, появляется много людей, которые называют объектом SCP все необычное, что видят. С другой стороны, появилось немало и других людей, которые берутся решать, что может быть SCP, а что нет. Тема на самом деле довольно спорная. Прямо очень спорная. Но игнорировать ее тоже нельзя, учитывая, какие обороты она в последнее время набрала. Если вспомнить, с чего SCP вообще начинался, можно понять, что волею хаоса тема сия наделена неоднозначностью. На ранние SCP несли любую крипипасту, конспирологию со всего интернета, городские легенды и просто какие-то интересные арт-объекты. Все, что попадалось сотрудникам фонда, переходило на содержание. Благодаря этому SCP был живым явлением, и как все живое рос, развивался и стал популярен. С другой стороны, с ростом этой популярности многое изменилось, и сейчас любая странная штука по дефолту считается каким-то SCP. И ведь можно сказать, что это успех организации по содержанию аномалий, ведь она содержит буквально все. SCP стал метакультурным явлением, универсальным отношением ко всему необычному. Казалось бы, вин, но нет. Таким положением дел многие оказались недовольны. Как же можно про любую странную фигню писать, что это SCP, если есть SCP, а есть не SCP? Кстати, SCP-173 — это странная фигня, сделанная неким художником, про которую был написан самый первый объект сообщества. Или мой любимый пример — SCP-610 «Ненавидящая плоть». Был придуман из нескольких фоток с непонятными фигурками. Опять же, художника, никак не связанного с SCP. В те славные времена вопрос того, может ли что-то стать SCP или нет, определялся исключительно тем, насколько интересная история была написана для объекта, что в свою очередь определялось простым голосованием за или против. Но вот прошло уже почти 15 лет с тех времен, и художник Тревор Хендерсон рисует Сайренхеда. Что-то в этом образе нравится людям, и персонаж быстро становится очень популярен. Появляется несколько инди-игр и куча фан-артов, и даже олдскульные крипипасты, описывающие леденящие кровь встречи с этим существом в темных лесах Канады. После почти года этой движухи произошло то, что должно было произойти. По просторам интернета разгуливает популярный монстр, и нет на него управы. Некто заливает на сайт Sandbox, то есть англоязычную песочницу, историю про это существо, начинающееся с особых условий содержания, назвав статью SCP-6789 Сайренхед. Текст в принципе неплох, его даже перевел и читал на своем канале Иван Конструктор. Как он только такие просмотры набирает, интересно. Но внимательный зритель спросит, а какого фига такой номер 6789, если на сегодня заполняются номера только между 5000 и 5999, и никакого 6789 сейчас быть не может. Оказывается, это не просто так. Дело в том, что в сообществе разразилась нехилая такая драма по поводу этого куска текста, настолько жесткая, что на Reddit SCP трут все посты про сиреноголового с формулировкой, что никакого отношения к SCP он не имеет, а на самом сайте SCP статьи про него оперативно удаляют. Так в чем же суть всего этого срача? И станет ли сиреноголовый настоящим SCP? На форуме английского сайта фонда время от времени появляются темы, где люди интересуются, почему же так происходит. Видно, что у сиреноголового парня есть своя фан-база, довольно немаленькая при этом, и она хочет видеть своего любимого персонажа в качестве SCP-объекта. Но админы говорят, что проблема в том, что картинка не издана по лицензии Creative Commons, по которой лицензирован весь контент на сайте фонда. Тут мы сразу вспоминаем, что SCP-173 статуя тоже изначально не издавалась по этой лицензии, но это никому не помешало. Ладно, сейчас времена действительно изменились. И SCP это не просто тусовка людей в интернете, это огромная серьезная штука, у которой есть даже свой бюджет на юридические разборки. Истории специально для вселенной фонда пишут сотни авторов, и еще больше художников рисуют арты. Но можно же банально попросить человека, придумавшего Сайренхеда, сделать изображение специально для SCP. Или сделать статью без картинки. Или даже сделать свою версию сиреноголового. Ведь авторское право в принципе охраняет только конкретные реализации, а не идеи. Но такие доводы админа сайта говорят, что даже убедить автора статуи, чье изображение находится в статье SCP-173, позволить использовать изображение его произведения даже на ограниченных некоммерческих условиях, оказалось крайне непросто.
И по этой причине администрация сайта не хочет, чтобы авторы брали изображения сторонних художников, которые не рисуют для SCP изначально. Ведь это куча проблем на голову всему сообществу. Ладно, вроде логично. Но объект SCP-6789 уже довольно популярен. Неужто его судьба — это оставаться неофициальным SCP? Во всяком случае, если автор не захочет выпустить его по совместимой с SCP-лицензией, чего, скорее всего, не будет. Если дело в лицензии, то есть интересный пример. SCP-3166, который представляет собой существо, похожее на кота Гарфилда, который потрошит своих жертв и вдохновлено, скорее всего, Горфилдом. Пародия на Гарфилда, который имеет свой небольшой фандом. Как же показать Гарфилда на сайте SCP? Ведь на него, очевидно, действуют сторонние копирайты. На самом деле, в статье на сайте фонда есть просто ссылка на нужную страницу, перейдя по которой мы попадаем на официальный сайт правообладателя Гарфилда с нужным комиксом. Почему бы не сделать так же в статье про Сиреноголового? Это можно даже органично вписать в историю. Мол, художник Тревор Хендерсон увидел монстра и нарисовал его. Вот ссылка. Может быть, реальная причина все же в другом. Подождите-ка, что это такое? SCP-4158. Монстр под названием Большой Чарли, которого придумал тот же самый художник, что и Сайрон Хеда. И он уже SCP-объект. А как же лицензия? А как же трудности переговоров с авторами? Еще один админ SCP на форуме написал, что подобная история произошла и со штукой под названием Backrooms. Backrooms — это бесконечное пространство, состоящее из одинаковых комнат, в которых обитает какой-то монстр. В него можно попасть, если найти в реальности дыру, наподобие того, как в играх персонажи выпадают за карту. Как и статья про Сиреноголового, она также зависла на сайте песочницы и, похоже, останется еще одним неофициальным SCP. При этом она неплохо написана, и в ней есть интересное приложение с исследованием этого пространства. Да и сама по себе она популярна. И тут ситуация еще более непонятная, потому что Backrooms появился в разделе X4chan, так же как и SCP-173 статуя, так же как и персонаж Никто. История с бесконечными комнатами быстро обросла инди-играми, своим довольно большим сообществом и нехилым внутренним лором со множеством теорий и рассказов. Так почему же его не берут на SCP? Зачем же отталкивать от себя целое сообщество людей, которым нравится Backrooms? Попробуем собрать какие-то мнения. Некоторые пишут, что он слишком похож на бесконечную Икею. Другие утверждают, что Backrooms — это очередное карманное измерение, как у старика. Хотя, если это что-то похожее и на то, и на другое одновременно, то это как минимум интересно само по себе. Вообще, если Backrooms на что-то и похож, так это на SCP-1165, только чуточку попроще. Но среди людей, которые указывают на сходство Backrooms с какими-то существующими SCP, мне как-то не попалось это очевидное сравнение. Может, дело в том, что SCP-1165 не очень популярен, а набежавшие в SCP критики и знатоки знают только самые популярные из объектов? Немного порывшись по обсуждениям, я нашел такое мнение, что SCP, основанные на крипипасте, не очень хороши. При этом тот же самый человек пишет, что SCP-173 не основан на крипипасте, а сам является крипипастой. Что хотел этим сказать автор? Я так и не понял. Так что идем дальше. А дальше человек недоволен тем, что история не подходит современному SCP и что нельзя просто превратить крипипасту в SCP. Что такое современный SCP и почему нельзя, остаются невыясненным. Не пуская в SCP Backrooms, эти люди даже не могут внятно объяснить, что им не нравится. А я вам расскажу, что им не по душе. И знаете что? Это, конечно, просто мое мнение. И, возможно, оно будет несколько ядовитым, и вы можете думать по-другому. Но такие вот критики, которым это не SCP, то не SCP, то не подходит. Такие люди делают сообщество мертвым. То, что сейчас эти люди набежали в SCP и отбрасывают от него все, что было изначально его основой. То, что интересно людям и популярно, в угоду каким-то абстрактным надуманным критериям и крайне размытым правилам, может не иллюзорно превратить SCP в абсолютно мертвое, не развивающееся сообщество, которое быстро угаснет и потонет в бесплотных спорах, что канон и true, а что нет. Я на самом деле, как еще тот алтфак интернетов, видел, как многие творческие тусовки загнулись именно так. Такие, знаете ли, недовольные всем критики, важные эксперты, которым все плохо и все не так. Они всегда приходят в уже развитые, в уже состоявшиеся и известные сообщества и тащат их на дно своей душностью и косностью. Вы никогда не увидите таких персонажей в новых, развивающихся сообществах. Они всегда набрасываются только на что-то популярное и состоявшееся, со своим экспертным мнением. И самое фиговое, что люди почему-то склонны их слушать, хотя каких-то логичных, рациональных аргументов у
них обычно нет. Они не могут объяснить, почему то или другое плохо, им просто все не нравится. Как говорится, гоните их, насмехайтесь над ними, если хотите, чтобы сообщество жило и развивалось. Только вот эта штука, где можно проголосовать за или против, может определять, что должно быть на сайте, а что нет. Да, это еще раз только мое мнение. А что вы думаете насчет этих объектов и подобных им? Нужны ли они вообще нам в SCP? Или пусть будут какой-то отдельной штукой, таким неофициальным SCP, может быть даже чуть более андеграундным. Всем пока.